Благоустройство города – первостепенная задача руководства муниципалитета. Наиболее актуальной темой на сегодняшний день остается реконструкция проблемных участков дорог. Ведутся работы по установке бордюров по улице Магидова и ямочный ремонт. На участке Бамовское шоссе проводится реконструкция и расширение проезжей части. Задействована вся необходимая спецтехника до 5 единиц. И, как обозначили подрядчики, работу планируют завершить до конца текущего месяца. С обоих сторон расширяется дорога до 11 метров. Значит, есть текущий смысл ямочный ремонт, есть сплошная. Наша работа сделали там и назад, сейчас мы расширяемся с обоих сторон. Ну, к концу месяца на завершим асфальтирование. Еще одной немаловажной проблемой в Хасавюрте в сезон ливневых дождей остается подтопление придомовых территорий и улиц во время обильных осадков. Данная проблема в особенности ярко выражена на территории поселка воинов-интернационалистов, в связи с чем руководство города поручило соответствующим службам провести работу по укладке труб для забора ливневых стоков, которые будут сбрасываться в реку Акташ. О том, на каком этапе находится работа, рассказал руководитель подрядной организации. Сейчас в данный момент идет прокапка траншеи. Здесь практически два человека только они планируют нижнюю часть. Завтра уже будем монтаж делать, там уже добавляется три человека. При бетонных работах колодцы мы будем заливать железобетонные на месте же. Там уже будет, естественно, еще больше людей. И вот для того, чтобы отвести все стоки, которые существуют на этой улице и возле районной милиции, каждые 50 метров устанавливаются колодцы. Ориентируемся на 2 месяца. В течение 2 месяцев мы должны километры труб проложить, засыпать, сдать ее, опрессовал все и привести порядок после себя. Весь намеченный фронт работы планируется завершить в установленные сроки под контролем руководства города. Облагораживание улиц и дорог – основная задача на сегодняшний день, для чего задействованы все необходимые средства и техника. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».